На предстоящих праздниках Новосибирск превратится в танцевальную столицу. 1 и 2 мая в Центре спортивной подготовки «Заря» пройдут всероссийские соревнования по танцевальному спорту Кубок губернатора Новосибирской области. Турнир, который пройдет в 16-й раз, входит в число самых рейтинговых в стране. Он включит в себя два крупных мероприятия – это чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. Взрослые будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программах, а юноши и девушки покажут себя в двоеборье. Этот год уже стал рекордным по количеству участников. На сегодняшний день заявки подали больше 2000 человек в 20 возрастных группах. То, что касается географии участников, это весь Сибирский федеральный округ, абсолютно весь. Это лучшие пары на территории Новосибирской области, которые практически сейчас более 500 пар только Новосибирской области зарегистрировано в этом турнире. Ну и, конечно же, мы ждем с большим удовольствием наших друзей из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала, представителей города Челябинск, Уфы, город Владимир. Плюс в этом году у нас будут представители города Симферополь, Севастополь. Ждем эти пары.